Вместо запланированных 3,5 лет 1 год. Впервые в республике завод по производству нитрата калия возведен в рекордно короткие сроки. Строили его с китайскими партнерами Мигао Корпорейтинг Лимитед. Его стоимость 106 миллионов евро. Проект осуществлялся в рамках стратегии развития Беларуськалия, направленной на диверсификацию производства. Технологии нового завода позволяют производить продукт, практически не содержащий хлоридов. Удобрения премиум-класса используются в разных отраслях промышленности и в сельском хозяйстве. Губернатор области поблагодарил инвесторов, кредиторов и строителей за работу и вручил директору Машхимпрома Алексею Роботаеву, основному строительному подрядчику, благодарность Минумблсполкома. Этот продукт уникальный, он будет абсолютно востребован. И поэтому со следующего года мы начинаем строительство второй очереди, тоже на 80 тысяч тонн. И того производства, и того будет 160 тысяч тонн. Это хороший проект и быстро окупаемый. За 4 года он окупится. Это хороший проект и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения создания рабочих мест, и с точки зрения уровня оплаты труда, бюджета, социальных вопросов. Такие проекты, они уникальны. Они должны быть в Республике Беларусь. На новом производстве уже сформирован штат. Здесь трудятся химики, инженеры, создана ремонтная служба. Всего около 120 человек, которые прошли обучение, стажировку. Беларуськалий Мигао принял в свои ряды и 30 выпускников Солигорского горно-химического колледжа. Мощность первой очереди 80 тысяч тонн удобрений в год. Ожидается, что при полноценном запуске объемы увеличатся в 2 раза. Планируется, что нитрат калия будет поставляться на внешние рынки среди потенциальных партнеров – страны Евросоюза, Китая, Турции и России. Рынок нитрата калия не такой уж и большой, и в целом после реализации 2 очередей доля белорусского нитрата калия в мировом рынке нитрата составит порядка 5%. Да, действительно, это первый завод. В следующем году мы планируем построить и ввести в эксплуатацию 2-ю линию. Будет выпускаться не только нитрат, это будет и хлорид аммония, в том числе с добавлением фосфорного сырья, возможно, производство НПК-удобрений, которое мы также будем производить. Поэтому сегодня вот это именно тот подход и та сплоченность, которая наших технических специалистов и китайской компании, она позволила создать вот это предприятие. Впереди 2-я очередь завода по производству нитрата калия и другой продукции, в частности сульфата калия. Это станет продолжением развития белорусско-китайских деловых отношений. Наша компания имеет самые передовые технологии по обработке, производству калийных удобрений, поэтому мы вместе и рады сотрудничеству таких сильнейших гигантских компаний, как Беларуськалий и Мигао. Для нашей компании это первый зарубежный проект. Мы гордимся сегодняшним успехом и верим в наши будущие партнерские отношения. Нитрат калия – инновационный продукт для Беларуси, а его производство – одно из самых перспективных направлений. Стоимость за тонну – $800. Для сравнения, калийные удобрения Беларуськалий сегодня продает от 250 до $290 за тонну. Простая арифметика – при запуске на полную мощность новый завод Беларуськалий Мигао производство еще и выгодное.